Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я готовлю очень вкусный и полезный десерт. Такой десерт идеально подходит для завтрака. Думаю, он понравится не только взрослым, но и детям. Для этого десерта мне понадобится 150 грамм фиников, 150 грамм вяленой вишни, 100 грамм арахиса жареного, 300 грамм творога, 150 грамм сметаны и 150 грамм тыквенных семечек. Также нам понадобится 20 грамм желатина и 70 миллилитров воды. Сухофрукты, семечки и орешки вы можете выбирать на свой вкус. Начну с сухофруктов. Первым делом перед употреблением сухофруктов я их всегда заливаю водой комнатной температуры и оставляю на минут 30. С сухофруктами я всегда поступаю таким образом, неважно для чего я их буду использовать, почему я это делаю, я напишу вам в описании под видео. Еще заранее нужно будет подготовить форму, в которой будет застывать десерт. У меня это вот такая прямоугольная форма для кекса. Я ее застилаю пищевой пленкой. Если у вас нет такой формы, вы можете использовать небольшую круглую форму или вот такую вот пластмассовую литровую бутылку. Также заранее я желатин заливаю холодной водой для того, чтобы он набух. У меня здесь 20 грамм желатина и 7 столовых ложек обычной холодной чистой воды. Тыквенные семечки я немного подсушила на сухой сковородке, примерно 3-4 минуты. У меня прошло 30 минут, сухофрукты я хорошо промыла под проточенной водой и теперь бумажными полотенцами убираю всю влагу. Вишню я оставляю целой, а финики нарежу на небольшие кусочки. Теперь творог и сметану я пробиваю блендером до однородности. Творог у меня 5% жирности, сметану я использую 20% жирности. Мы любим все сладкое, поэтому для сладости я добавляю 2 столовые ложки сгущенного молока. Вы можете сгущенное молоко заменить на мед или вообще не добавлять никакой подсластитель, так как сухофрукты тоже очень сладкие. И для аромата я добавлю пакетик ванилина. Вот такая вот однородная и гладкая масса должна получиться. Набухший желатин я растоплю в микроволновке, также это можно сделать на водяной бане. Растопленный желатин вливаю в творожную массу, все хорошо перемешиваю и добавляю сухофрукты, семечки и орешки. Десерт сверху накрываю пленкой и убираю в холодильник на 3-4 часа. Десерт очень хорошо застыл, он прекрасно держит форму, режется он не тяжело, но, конечно же, острым ножом, так как там сухофрукты и орешки. Для нас это идеальный, вкусный, полезный завтрак. Друзья, пробуйте и вы. Надеюсь, и вам понравится этот десерт. Готовится все, как видите, достаточно просто и получается очень вкусно. Надеюсь, видео было для вас полезным. Друзья, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!